всем бугагашечки, друзья, и гости моего канала, всем море приветов, Нептун здесь, а вы лучшие зрители. Именно поэтому вы поставите пальчики вверх, вам ведь не жалко, потому что я сегодня буду приходить к Грэнни. А Грэнни 2, то есть Грэнни глава номер 2, и мы сегодня будем приходить, знаете как, на нормале. То есть я все время до этого приходил на изи. А теперь мы будем приходить игру впервые на нормале, на видео. А, оба, и Грэнни, и Грэнпа. И что самое главное, друзья, бессмертий. Мы сможем это сделать. Побег не важен, лодка или дверь, это не важно. Главное, бессмертий с первой попытки и главное, на нормале. Давайте же мы это сделаем. Мне нужна ваша поддержка, поэтому поставьте пальчики вверх. Реально, это очень важно. И рассказывайте друзьям об этом замечательном канале, на котором я снимаю Грэнни. Им понравится по-любому. День первый. Наших эпичных выживаний. Так. Просыпаемся. Встаем. Подтягиваемся. И погнали приходить. Так. Первым делом проверяем подвал в подвале. Ну раз это вот подвал, значит вот это подвал в подвале. Тут может быть монтировка, нет? Ее здесь нет. Оу, привет, осьминог Геннадий, как твои морские дела? Как твои дела водяные? Наверное, все у него хорошо, ладно. Монтировки у него в подвале не было, значит, возможно, монтировка где-нибудь здесь. В подсобочке нет, монтировки здесь нет. Оу, беда. Значит, тогда мы должны поискать ее где-то здесь, а заодно найти пистолетик. Правильно? Так, пистолетики вещь хорошая. Так, ладно. Проверяем. Я пока еще не знаю, как я буду сбегать. Через что? Так, пока Грэнни ходит на этом этаже, будем, значит, ходить на кухне. Блин, дед, пердед пришел. Так, там... Так, там, подожди, что? Так, Грэнни. Она сейчас, по идее, должна бежать сюда? Дед, ты запутался в моих ногах. Так, что там? А, свеча. Свеча, это, возможно, лодка, да? Это, скорее всего, лодка. О, бензин. Окей, уже почти точно я буду сбегать на лодке, потому что есть бензин, есть свеча, есть все эти предметы. Так. Где там Грэнни? Вон она, уже бежит во все. Так, уйди. Сейчас мы здесь на этом этаже все полностью просмотрим. Там уже дед, по идее, должен скоро прибежать за мной. Так, здесь ничего. А, здесь тоже... Здрасте. Ты чё? Ты чё здесь такой окаянный появился-то, а? Блин, это не круто. Так, падла ключ. Раз мы сбегаем, значит, на лодке, значит, вещи будем предлагать сбрасывать именно сюда. То есть, будем вещи сбрасывать на лесенку. Таким образом, обезопасим себя. Правильно? Сейчас мы пока пистолетик сбросим здесь. Бабка, конечно, бежит уже в подвал, а мы должны взять ключик. Так... Запираем двери. Бабка уже, по идее, проснулась. Значит. Так. Так, так. Так, все. И ждем бабку. Она на звук должна прибежать. Мы сейчас ее оглушим пистолетом и спокойненько отсюда убежим. Да? Вот она бежит, бежит, бежит. Где-то здесь уже слышу ее. Бабка, давай сюда. Пора кормить Геннадия. Геннадий, сейчас бабка прибежит. О, бабка он пришла. Бам. Все, Геннадий, кушать подано. Бабка, ползи в воду. Плюх башкой. Теперь
Теперь главное на деда. Не нарваться здесь, аккуратно нужно ходить. Тихо, тихо, тихо. Дед, дедуся. Бам. Так, ключик твой я забираю. Пистолетик, не падай. Ключик твой приватизирую. Окей, что можно здесь забрать? Там можно взять свечу. А еще бензин на кухне. То есть у нас уже есть открытые ворота. Нам нужно руль, свеча, бензин и ключ. Правильно, от лодки? Свеча здесь, бензин там. Нормально. Вопрос в том, где бабка. Фу, умирать-то я не хочу. Надо ее глушить, короче, здесь. И, наверное, бежать уже вещи выносить. Сразу свечку сбросим и туда на лесенку, да? Свечку и канистру. Так. Бау! Минус бабка. Так, свечку пока я возьму здесь. У меня есть ровно минутка на то, чтобы посбрасывать вещи. Главное, чтобы дед не пришел сюда. О, понятно. О, дед-то скорость неплохая. Дед мне всю малину испортил. Ты, дед, козел, всю малину мне испортил, ладно. Мы тогда обходным путем пойдем. Так, сюда свечку пока. Вопрос в том, где дед. Он меня, походу, потерял, это понятно. Вот, вот только бы... понятно, понятно, понятно. Тихо, 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 тихо. Фига у него скорость. Ах, ты не взялся, пистолетик. Ну, елки-палки. Бам! Так, теперь ждем бабку. Она, по идее, должна заспавниться уже. Бабуся! Бабка Гренни! Где она появилась? Вот она. Ну ж, уродимая красавица появилась-то где? Так, все. Тут у нас ничего нет. Берем канистру. Спускаем ее на нашу передержку, на лесенку. Забираем пистолет и... Теперь нам нужно от деда как-то отделаться здесь тоже. Папка, кстати, спавнится иногда здесь. Вылез в углу. Поэтому будем ждать. Что-то я вообще умирать не хочу лишний раз. Так. Колесо от двери. Ну, дверь мне, по идее, не нужна. У нас уже там спущена свеча. Спущена, значит, у нас... Что там еще? Канистра, да? Все, нам нужно только ключ от лодки найти. По идее. Только ключ от лодки и еще руль. Руль. Где же нам найти руль, а? Друзья. Кто-нибудь знает, где нам найти руль? Так, бабка, наверное, уже заспавнилась. Скорее всего, минут прошла. По-любому. Но здесь ее пока нет. Эх, почему нельзя вместо руля поставить это колесо? Ну, блин, было бы круто. Так, security key нужен. Так, 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 так. Дед ушел туда, понятно. Там и бабка где-то в том районе живет. Руля здесь нет. Руль, возможно, у вампира. А чтобы попасть к вампиру, нам нужно... Вон ключ лежит. Бам!
Так, у меня все равно минут на это дело. Надо нам security room открывать. Уже. Не тратить на это время. А-а-а, не копайтесь мне под ногами. Так. Бам. Ну, открывай, открывай, открывай. Вот он, руль. У-у, прикольно. Так, что здесь? Тут ничего. Руль нам нужен, руль нам нужен. Сейчас мы быстренько его сбросим. Берем пистолет, ныкаемся и ждем, пока эти ребята окочурятся. Мне нужен ключ от лодки. Ключ от гребаной лодки. Вот только где он реально? Вон сколько предметов. Ключ от лодки, возможно, где-то в ящиках. Я точно не помню, где здесь именно рандом какой. Так, ладно, можно пока потихонечку, так или иначе, вещи заносить. Но лучше это делать, конечно, блин, с пистолетом снизу, вот здесь. Надо оставить пистолет. Блин. Как только я брошу пистолет, бабка прибежит на звук упавшего пистолета, и это будет хреново. Хотя, можно сделать по-другому. Блин, это только нормал. А тут так трудно играть. Так, чё, бабка, бежишь? Давай. На всех парах несет, смотрите, на нее. Давай, я здесь, я здесь. Бам. Так, деда нет. Пока, по крайней мере, здесь. У нас все равно минута, чтобы вещи некоторые поставить. Так, руль есть. Подлоки я уже использовал. Дед, возможно, около бабки, нет? О, понятно. Так, тихо, 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 тихо. Не успел я, конечно, немножко положить вещи, но ладно. У деда есть какая-то встроенная, видимо, какой-то алгоритм. В общем, он всегда бежит к месту, когда бабку я роняю. И дед вот туда бежит. Вопрос в том, куда он сейчас идет. Сюда, либо обратно. Вот очень-очень неприятно, что нельзя никак нам выглядывать из-за стены. Это было бы очень кстати. Так, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Канистра. Так, ну где-то здесь нет. Окей, хорошо. Сейчас мы будем заливать бензин. Это на самом деле не просто сделать, потому что все вещи, которые мы так или иначе используем, нам нельзя их здесь положить. Вот когда в оригинальной Гренни мы забегали, допустим, на машине, там вещи можно было сбрасывать на полку, да здесь полок нет. И все это так или иначе будет издавать шум. Поэтому нужно... О-па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 . Тихо. Это очень, я очень-очень на волоске вешу. Дед, пожалуйста, уйди, уйди. Не порт мне прохождение. Чё он сюда приперся, а? Еще самая беда в том, что на этот звук канистры еще и бабка прибежит. Я не знаю, когда мне выходить. Будем, короче, сидеть. Будем сидеть. Вон замок. Замок брать нельзя. Бабка здесь. Жалко, вот за ящиков не видно. Хотя вот вроде как щелочка есть. Она там ставит капкан. Канистра лежит. Бабка здесь была. Вопрос в том, где она поставила капкан. Правильно? Не в проходе ли? Так.
О-по-по-по-по. Скорее всего, я попаду в него, да? Скорее всего, я в этот гребаный капкан попаду. Это плохо. И жалко, что шокер так далеко. Мне нужно немножко подождать времени. Чтобы бабка ушла подальше, да? И чтобы я, если что, вдруг попал и смог как-то капкан деактивировать. Плохо, что наш герой прыгать не умеет. Это реально... Вот реально неудобно. Черт, черт, черт. Я ж так, блин, к победе не хочу просто сдохнуть, потому что бабка поставила гребаный капкан не так, как я хочу. Так. Окей. Все, бабка, по идее, бежит обратно капкан проверять, но меня там уже нет. Эх. Вот можно было как-то здесь бабку, допустим, обезоружить? Было бы вообще шикарно. То есть, допустим, кидать предмет где-нибудь там за лодку. Бабка бежала бы, к примеру, туда. Ее бы захавал кракен. Или этот осьминог. Это было бы реально супер. То есть, по сути, это место такое тупое вот здесь. Никуда не убежать, ничего не сделать. Вот представляете, к примеру, на экстриме играть. Что это было? Что это было? Что это было? Что-то упало, как будто. Это не я же издал звук, да? Надеюсь, что это был не я. Или это я канистру задел? Подожди, канистру задевается, нет? Да! Твою мать! Реально! Тут можно задевать канистру! Я нечаянно задел канистру, и в итоге бабка прибежит. Я в шоке просто, охренеть. Какая там капкан уже нафигачила везде. Тупая бабка, надо аккуратно здесь проходить. Ничего не задевать. Вот это мега капкан, окей, хорошо. Возможно, он меня даже не зацепит. Так, там наверху пистолетик. Мне только его взять, вот только его... А на самом деле все мне испортил грёбаный дед. Да фак! Из-за этого грёбаного бага. Короче, друзья, все дело в баге. Я присел, я упал, короче, за лесенки. А при этом потом появился у них. Короче, я не считаю, что это смерть. Я считаю, что это нормально. Ну, потому что несправедливо. Что это за бага? Проигрывать еще, что ли? Так, свечку. Капкан-то был поставлен так в бок. Был именно в... так бочком поставлен, так что я бы его прошел в любом случае, я бы вышел, взял бы пистолет, и в общем-то все было хорошо, все было реально хорошо. Но блин, этот гребаный баг, вот видите, вот смотрите, опа, видите, я прошел, я бы прошел, так что я не засчитываю эту смерть, это несправедливая смерть. Ну типа какого хрена? Аккуратненько, аккуратненько прошел. Ой, я сейчас встану и этот. Я сейчас встану, короче, и опять упаду, да? Нет, не упаду, хорошо. Здесь не упал. Так, ждем появления этой парочки любовной. Значит, мне теперь нужен ключ от лодки. Где искать этот гребаный ключ от лодки, я понятия не имею. Я не знаю, где он. Он, возможно, где-нибудь там наверху. Где решетка? Где там все остальные вещи? Так, бабка, давай, топай сюда. А вон и бабка. Бабка здесь, правильно? А чё это ты? Давай, бабка. Хватит там левитировать. Я здесь. Я здесь. Лови меня. Как разогналась, а? Бам! Так, теперь нам нужно деда обезвредить. Теперь деда обезвредили, хорошо. Нет, нет, нет. Эта хрень не нужна. Так.
чтобы засечь время в голове. Ключ от лодки. Ключ от лодки. Мне бы еще кусачки найти. По-моему, здесь был, да? Ломик, окей, хорошо. Нет, здесь меня не было. Мне просто нужен ключ от лодки, в общем-то. Вот и ключ от лодки. Все, наша задача просто сейчас прибежать на лодку и уехать. Плюха, не мурлыкай. Да тихо, плюха, тихо. Все, я поехал. Ну. Так, давай, заводи тарантайку, поехали. Прощай, дедуля-бабуля. Короче, друзья, я, конечно, умер. Но согласитесь, это несправедливо было. То есть я бы не умер, если бы не баг. Я там присел, я встал, хотел пройти спокойненько мимо капкана, взять пистолет, но вместо этого из-за бага я упал сквозь текстурку, а потом меня телепортировало прямо к ним, наверх. И я из-за этого умер. Но это несправедливо, я считаю. То есть я бы взял, прошел мимо капкана, беспалевно, потом бы взял пистолет, потом бы просто обезвредил их и сделал все остальное, что я уже сделал. Но, увы, видите, из-за бага я проиграл. Я считаю, что это несправедливо, поэтому я не засчитываю эту гребаную смерть. БГГ! Поэтому, в общем, вот такое вот прохождение, без смертей, на нормале, спаслись мы на лодке. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте пальчики вверх, друзья, поддержите мое прохождение и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка. Это был Нептун и прохождение Грэнни и Грэнпа. Всем пока-пока.